мои дорогие зрители, подписчики, друзья и гости канала. У нас сегодня минус 15, пришлось утеплиться. Веду Евгению в школу. Потом будем делать домашние дела. Какая у нас дорога в школу? Минус 15. Саша на работе. Скользко очень. Женюха у меня еле-еле идет. Евгешка, поздоровайся. Хотя нам к третьему уроку. Еще хотела вот такой дом вам показать. Такой расписной весь теремок. Вот, Евгения свалилась. Очень скользко, очень. Сама иду еле-еле. Вот. Вот такой расписной теремок. Вообще. Здесь живет чудо-мастер какой-то. Еще такие вот остались дома. То Евгению в школу отвела. Сегодня у меня запланировано очень много дел. Варю супчик с фрикадельками. Сейчас пену сниму. Ну, как его варить, знают все, я думаю. Единственный момент, что я никогда не жарю пассеровку. Пассеровка у меня тушится. То есть вот я беру бульон из этого же супа и просто доливаю в сковородочку. Масла у меня нет ни грамма здесь. Вот, потому что это любимый супчик моего внучка. Они сегодня приедут. Вот. Со звездочками его сделаю. Я вам покажу конечный результат. Ну, просто так уж, к слову, то, что пассеровку я никогда не жарю, а всегда тушу в бульончике. Ну вот, супчик почти готов. Вот такой получился у нас зелено-оранжевый. Я много укропа положила и большую-большую морковь. Супчик с фрикадельками. Звездочки. Покажу, видно, наверное, звездочки. Прям 100 грамм звездочек добавила. Приедет внучок сегодня, будет спрашивать: бабуля, где суп с пельменями? Вот, пока подходит тесто к лепешкам, к моим коржаным. Кому интересно, я видео уже выкладывала. Сейчас буду делать десерт. Рецепт это не мой, я даже не знаю, не имею права, наверное, его показывать. Но просто скажу, что вот он делается из крекера, грецкие орешки и вареная сгущенка. Очень вкусный рецепт. Я очень благодарна моей подписчице Асе. Асенька, спасибо вам большое. Ребенок очень... прям, ну, очень ему понравился. А у нас завтра опять тусовка. Вот сейчас буду делать десерт. Потом покажу, что получится. Машинка еще на заднем плане отжимает белье не вовремя. Но что делать? Домохозяйка. Она и в Африке домохозяйка. Ну вот, лепешечки достала из духовки. Готовы. Кто заинтересуется, рецепт есть на моем канале. Давно что-то не пекла. Ну, вообще сегодня прям получились такие воздушные. Мам сегодня с бабушкой приедут. Ну, вернее, мы поедем за ними в Нижний. Вот. Обалденные. Они у меня очень любят такие лепешечки. Вот. Пекла для них. Сделала домашний майонез. Завтра у меня уже не придут одноклассники поздравлять с днем рождения. Сделала ребяткам свой майонез для оливье. Ну, как делать домашний майонез, я думаю, знает любая хозяйка. Вот, яйца девчонки с соседней улицы пернатые нам нанесли. Валюшечка, если ты меня слышишь, передай большое спасибо своим девчулям, которые снабжают нас домашними свежими яйцами всегда. Варю помадку для десерта. 3 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки какао, 2 столовые ложки молока, 1 столовая ложка сметаны. Она вот почти готова.
И в конце варки я добавлю чайную ложечку сливочного масла. Это для того, чтобы помадка была блестящей. Сейчас она остынет, покажу готовый десерт вам. Вот такой кулинарный шедевр получился в моем исполнении. Собрала я его в виде тортика, но тем не менее каждая деталька этого тортика отдельная, чтобы удобнее было деткам брать. Ну и что, наверное, мои дорогие, буду вам всем говорить до свидания. Желаю вам хороших выходных, впереди выходные дни. Желаю вам отдохнуть после трудовой недели. Кому сейчас не здоровится, пожалуйста, поправляйтесь. Если у кого-то есть какие-то проблемы, пусть все ваши проблемы решатся. И я говорю это не просто так, потому что вы теперь моя вторая семья, которая живет на просторах Ютуба. Ну что, с вами была домохозяйка Алла. Жду с вами новых встреч. Жду своих новых подписчиков. Сама поддержу с удовольствием, дружбой своей. Так что пока-пока.